суки молодые. По каталогу 4, а их 3. Юля, у тебя какой номер? Первый идет Doors McFly Daria, если я не ошибаюсь. Потом Black Magic of the Sun Alicia. И третья Алекс Кутагер Фелиция 3. Да что такое? Скорее, скорее, скорее! Ай, хорошо! Не перезывай, не надо! Первая идет номер 28, Doors McFly Daria, Урус фон Сенежзе, Doors McFly Zuma. Вторая Black Magic of the Sun, Алисия от Фана Эдельвейса и Негус Карилс Ямаха. Третья сука Алекс Кутагер Фелиция, отец Марс Фроматералау, Алекс Кутагер Элизабет. Так, произошла перестановка. Первая теперь Black Magic of the Sun Алисия. Закончена экспертиза класса молодых сук. На первом месте стоит, очень хорошо двигалась на всех аллюрах движения, была убедительна в этом классе и занимает сегодня первое место. Мое поздравление Лукачука. Второе место стоит собака, которая стояла сначала на первом месте. Мне она очень импонирует выражением, головой, цветом. Но она, ей не хватило подготовленности. То есть, если бы она была лучше подготовлена и была увереннее в ринге, она бы, конечно, скорее всего, осталась бы на первом месте. Мое поздравление. Хорошо. Спасибо. Следующая собака. Чуть-чуть.
показала сначала уверенность на выстреле. Вот. Ну, потом третью прошло. Есть небольшие пожелания, но как бы без хозяина сегодня совсем. Молодец. Не настолько она отличается от этого. У нее слабые пясти, очень слабые задние конечности. И она впереди идущими сегодня не могла. Хорошо, молодец.